Я уже длительное время, больше 10 лет, болею сахарным диабетом. Поэтому уже диабет очень такой давний, и мне появились проблемы, что на ногах открылись раны. Они очень долго не заживают, мне сложно было. Но когда я начал принимать вот травы, которые мне предложил доктор Гайк, и я почувствовал настроение легче, и сахар начал спадать, и раны начали заживать. Я понял, что вот то, что предлагает нам доктор Вапхиан, оно действует, и это очень хорошее средство. Когда начал принимать эти травки, я почувствовал, что я более спокойный, так и успокаивается мне нервная система, и падает сахар. И зрение мне улучшилось, потому что я без очков я не мог читать, а сейчас я даже беру и читаю без очков. Самочувствие тоже поднимается, я чувствую себя более таким бодрым, и, потому что когда мне сахар большой, тогда я чувствую, что ноги не хотят ходить. И особенно так как наша профессиональная вот эта болезнь особо страдает ноги, потому что много часов надо стоять на ногах, и это очень священнику очень сложно, когда болеет диабетом, потому что ноги не выдерживают. А тут я почувствовал, что у меня ноги, я их поднимаю легко, потому что вот такое чувствуется бодрость такая, общее состояние бодрое. Всякая болезнь, она подвластна человеку, если это Господь будет благословлять человека на этот путь. И доктор Авакьян будет помогать вот такими средствами, травами, и это будет очень сильное такое исцеление для всего нашего украинского народа.